Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Холодный дождливый циклон занял почти всю территорию Западной Сибири и будет еще долго медленно вращаться, пока не сместится в сторону Якутии в начале следующей недели. Теперь о погоде более подробно. В Новосибирске 10 сентября ночью пройдет небольшой дождь. Днем осадки прекратятся. Ветер западный 3,8, порывы до 10-15 метров в секунду. В ночные часы ожидается плюс 4-6 градусов. В светлое время суток температура воздуха составит плюс 16-18. В последующие дни ожидаются дожди. 11 сентября ночная температура 8-10 выше 0. В дневные часы воздух прогреется до плюс 13-15 градусов. 12 сентября в темное время суток 6-8 со знаком плюс. Днем температура воздуха составит плюс 10-12 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю хорошего настроения.